Приветствую вас. Вы знаете, вот я бы, на что бы я обратил ваше внимание здесь, это на то, что, с одной стороны, вы понимаете, что человек ненадежный, и, наверное, я так думаю, он не подходит вам для ваших целей, как мне кажется. Вот. Но опять же, здесь такой момент, что я могу ошибаться, да? Вот здесь такая история, что я могу быть неправ. Вот. Но, тем не менее, то есть, вот, ну, такой достаточно важный момент здесь, в том, что вам почему-то нужен надежный человек. Это первое. И второе, это то, что, несмотря на то, что вам явно нужен надежный человек, вы все равно, хотите ему верить. Вот, на что бы я обратил ваше внимание здесь, так это, пожалуй, на то, что вы вкладываете в это выражение, я все равно хочу ему верить. Что конкретно вы в это выражение вкладываете? Потому что, ну, лично мне кажется, что здесь большая история про потребность у человека раствориться. Мне кажется, что здесь большая история про нуждаемость в человеке. Здесь история больше про то, что вы хотите чего-то от человека и так далее. То есть это вот больше история про это, на мой взгляд, и соответственно уже на это я обратил бы ваше внимание, да? Вот, значит, ну, соответственно. Ну, я думаю, что нужно анализировать, на самом деле, причины, по которым ваших отношений кризис, вот, и, соответственно, ну, исследовать этот момент, вот, чтобы, ну, разобраться в том, что происходит, чтобы понять, что, ну, какие трудности у вас в отношениях с мужчиной, потому что пропажа желания, вот, это все-таки, ну, штука достаточно серьезная. Это говорит о том, что мужчина в какой-то степени перестал видеть в вас женщину, да, привлекающую его, и начал видеть кого-то другого. Вот, так что здесь, на мой взгляд, надо бы разобраться с этим аспектом. Здесь, на мой взгляд, нужно поисследовать этот момент, что изменилось в ваших отношениях. Вот.
А 4 месяца это срок большой, в общем-то. Тот факт, что вы подозреваете измену, например, в первую очередь свидетельствует о неуверенности в себе вашей. То есть свидетельствует о том, что вы в себе не уверены. К сожалению. И, соответственно, эту неуверенность человек в целом может чувствовать, вот, он может чувствовать, что вы не уверены, и это может снижать его влечение к вам, его желание и так далее. Вот. Такой вот момент. Ну и, соответственно, что еще важно? На что еще нужно обратить внимание? Это на то, какое значение для вас имеет человек. То есть вот именно вот, ну, какое значение для вас имеет ну, мужчина. То есть вы хотите ему верить, чтобы что? То есть не очевидно, что у вас здесь есть свои цели, совершенно очевидно, что ну, какой-то такой его позиции, да, и какой-то такой его проблематики, может быть, вы не принимаете. То есть вы, ну, вы отказываетесь принимать то, что у человека могут быть там проблемы и так далее. И поймите правильно, вы не должны этого делать. Вот. То есть я хочу сказать, что вы действительно не должны. Если не хотите, вы не должны принимать. Но вместе с тем вы вас тянет к этому человеку. Вот это вот влечение к нему, ну, желательно разобрать, потому что оно имеет основание, да? Вот, я могу предположить только, что основание, ну, такое, что вы боитесь, что никто с вами, ну, больше встречаться не захочет. Вот, что может быть, вот. Какой вариант может быть здесь. Вот. Но это, конечно, не точно, да, это как бы может быть не совсем такая, ну, не совсем корректная позиция. Вот, то есть я допускал, что могу ошибался, да, я допускал, что могу быть неправ, вот. Так что здесь лучше во всем разобраться, ну, максимально досконально. То, что вы сейчас переживаете, можно назвать, вероятно, чувством брошенности, то есть вот такое ощущение, да, что меня бросили, ощущение, что меня, там, грубо говоря, ну, покинули, да? Вот. И, ну, как бы,
Соответственно, это уже тоже разбирается и прорабатывается то, что вы чувствуете. Вот. Потому что данное чувство, оно родом из детства, что если от меня ушли, если меня оттолкнули, если я со мной расстались, то значит я плохая, я что-то сделал не так. Вот. При том, что, в общем, в целом вы, ну, просто не принимаете вот человека, вы не принимаете его проблемы, я повторюсь, что вы не обязаны это делать, вы не обязаны принимать проблемы человека, вы не обязаны принимать его трудности. Вот, а по ощущениям, вы, вот именно по ощущениям, вы считаете, что обязаны, вот, именно по ощущениям, если говорить. Вот, хотя, повторюсь, ну, вы этого не должны, в принципе. Вот. Так что элемент здесь, ну, момент здесь вот такой. Вот, что-то противится, значит, у вас что-то конфликтует. Что-то с чем-то конфликтует. Вот, и, соответственно, уже с этим нужно работать. Вот так, на этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. И надеюсь, что ситуация будет разрешена для вас.